6-й раз подряд автоспортсмены провели соревнования по зимнему дрифту. А мечи одними из первых стали устраивать заезды на заснеженной трассе при морозной погоде. И задали некий тренд в Сибири. К зимним соревнованиям теперь присоединились Новосибирск и Тюмень. 6 лет назад они над нами смеялись. Говорили, что дрифт это как бы летом, никаких зимних, это у вас так покатушки несерьезные. 2 года назад, что Новосибирск, что Тюмень. Да и Москва, в принципе, 3 года назад начали проводить и зимние, и в этом видят тоже свой плюс, как бы, и больше участников, и это легче все-таки, от машины меньше надо. И просто видят, что именно управление, навыки зимой даются потом легче и на дороге, и все безопаснее становится. Первый этап областных соревнований прошел 25 января на мотодроме ДСААФ. Новички и опытные пилоты на ВАЗах, Тойотах, Ниссанах и Мерседесах еще раз обсудили траекторию движения и заняли место у руля своих машин. По итогам парных заездов самые грамотные пилоты попадут в топ-16 в классе «Анлим» или в топ-8 в классике. 2 машины едут в парном заезде. Сначала один первый, потом второй. Потом они меняются местами. И мы, как судьи, решаем, кто был ближе, кто был с лучшим углом, кто правильно проходил траекторию. Трасса скользкая. Ребята готовились, одели новую шипованную резину практически все. То есть, в принципе, даже на льду будут достаточно интересные скорости. Нужно ехать стабильно, с хорошим углом и не отставать от своего соперника. Именно зимний дрифт не требует специально подготовленного автомобиля. На трассе все решает мастерство пилота. Главный критерий – постоянный управляемый занос, благодаря которому дрифт всегда превращается в шоу. Но по-настоящему зрелищный парный заезд – трудная и отчасти ювелирная работа. Пилоту необходимо принимать быстрые решения, бороться со скоростью, а главное – максимально близко, но при этом безопасно двигаться по траектории вместе с соперником. Красивый вид спорта. Едешь постоянно в заносе. Да, кстати, и в повседневии тоже помогает. Вдруг на трассе занесет, может, знаешь, куда руль повернуть. Скоростную трассу на ДСААФе участники опробовали еще 24 января во время квалификационных заездов. Результаты пробных стартов помогают определить потенциальных лидеров. Но непредсказуемость автоспорта лишний раз подчеркнул победитель пробных заездов Андрей Мерзляков. Самый опасный момент – это вот дуга, которая там находится. Она длинная, и там просто выходишь на очень большой скорости, а потом ее тяжело загасить. И есть вероятность, что тебя развернет. Ну вот это вот единственный такой участок. А остальное, ну, в принципе, пройти можно. Погода способствует, потому что сейчас холодно и нету асфальта, есть лед, а на льду, ну, этот дрифт хорошо управлять. Следующая встреча дрифтеров после январского этапа состоится на мотодроме ДСААФ 14-15 февраля. А уже в первых числах марта определятся победители и призеры чемпионата Омской области по дрифту.